Хай, друзья, с вами StiffPro, и сегодня я покажу вам карту компьютера для Майнкрафта по Extension. После установки данной карты в вашем мире появляется большой монитор и большой системный блок. Но если вам лень смотреть видео, то вы можете узнать все изменения вот на этой доске после установки данной карты. Также я сейчас начну рассказывать, что я добавил. Во-первых, я добавил две совершенно одинаковых колонки, которые находятся теперь рядом с монитором и рядом с системным блоком. И эти колонки были приближены более реальным, то есть такие колонки стоят у меня дома. Также была маленькая изменена клавиатура, то есть ее кнопки стали чуть-чуть, но более реальным, то есть они стали маленько 3D. Да, я маленько наложил на них ковер, и теперь они выглядят круче, да, это как тонкая клавиатура. Была, ой-ой-ой, так, маленько извините меня, была изменена игра внутри вот этой... Вот это внутри монитора, как видите, здесь свинка и стоит рядом с грибом. Также был изменен размер вот этого всего монитора. Да, и наверху монитора, как видите, появилась надпись Minecraft. Да, все это добавил лично я. Ну, я по некоторым, так сказать, соображением остался эти провода, да, опрос происходил в группе, который вы можете перейти в описании. Была полностью изменена мышка, то есть был изменен размер и изменен цвет ее клавиш. Также был изменен цвет кнопок на мониторе, то есть теперь из коричневых, точнее из белых, они стали коричневыми. Ну и по идее исправлением мелких багов, так далее, но опять же все можете узнать на этой маленькой дощечке, которая находится посередине вот этого монитора, да. Но дощечку увидеть в самом начале. И что же спросить, следующее обновление будет? А в следующем обновлении я планирую добавить ход в этот процессор. Или можно сказать системный блок. То есть вы сможете там прятаться или играть, или просто его рассматривать. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.